Хомячи могут начать массово болеть гриппом в середине ноября. Таковы предварительные прогнозы медиков. Ожидается, что в Россию снова придет так называемый свиной грипп. Будет и еще один тяжелый вирус. Впрочем, они давно знакомы медикам. И, кроме того, эти штаммы содержатся в вакцине, которую сейчас ставят людям. Бояться, конечно, ничего не нужно. Единственное, что нужно себя обезопасить. Обезопасить можем сейчас только одним эффективным способом. Это провакцинироваться. Сейчас как раз самое время для вакцинации. Вакцины, привезенные в Омскую область, должно хватить на 700 тысяч человек, рассказали представители регионального Минздрава в международном пресс-центре МКР-Медиа. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства и лучше до ноября. В первую очередь детям, беременным женщинам, пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Основное проявление гриппа – это головная боль. Головная боль и выраженная интоксикация. То есть тяжело встать, тяжело открыть глаза, болят все суставы. Внезапное начало. Час назад ты был здоров, через час ты совершенно разбит.